5 часов и с Кореей, и с Японией. Сейчас местное время без 15:07 вечера. Грон кляет с мячом. И ему же пас. И удар, гол! Все-таки назревал гол. Вы знаете, датчане начали расшатывать оборону. Мы это почувствовали. Несколько было опасных моментов. И очень красивая комбинация. И опять же при участии Бронкьяера. Бесспорно, самый полезный, самый эффективный игрок первого тайма у сборной Дании в этом матче. Девятый номер. Джон Даль Томасон. Игрок теперь уже итальянского Милана. После передачи Бронкьяера переводит мяч. Не сильно, но точно. 1-0. Сборная Дании впереди. Да. Ну а что же атакующий?